друзья, еще раз доброе утро, добрый день. Сегодня у нас за окном уже декабрь, уже зима. Да, расскажите, какая у вас погода? Мы знаем, что в некоторых областях вчера творилось, да, что-то такое невероятное, совсем зимнее. Но мы-то любим всегда, да, рассматривать зиму как такой хрустящий снег под ногами, да, катание на лыжах, на санках, на коньках. Это вот эти вот предвкушения предпраздничные, да, предновогодние, вот эти вот суета очень приятная, да, зимние каникулы. Но вот, к сожалению, да, так бывает, что для многих, прежде всего женщин, да, в основном, зима – это ухудшение внешнего вида, к сожалению, да, потому что часто бывает, что на своей коже мы четко отмечаем какие-то такие вот неприятности этого времени года. И первое, что мы делаем, да, когда наступают холода, да, вот вы пишете, там, сильный ветер, дождь, там, кто-то снега ждет как чудо, да, вот что мы делаем? Холод, ветер, снег есть или нет, да, мы достаем теплую одежду, чтобы нам стало тепло, чтобы стало нам комфортно, да, шубу, пуховики, куртки, шапки, на ножки бываем сапоги, там, валенки, вот. А как же лицо? На лицо что надеть, чтобы ему было тепло и комфортно? То есть это вообще у нас такой предмет, да, неустанной нашей заботы, что же с ним делать? Что с ним, собственно, происходит с нашей кожей лица? Вот вы сами перечислили, да, и снег, и ветер, и мороз, и вот эти вот перепады температур. Кожа бывает шелушится, да, бывает краснеет, грубеет. Часто женщины отмечают именно зимой такие какие-то отчетливые морщинки, потому что днем, да, мы находимся в помещении, но днем в помещении у нас работают отопительные приборы, да, батареи, там, обогреватели и так далее. То есть это такой дополнительный фактор для сухости кожи. А выходим на улицу, там резко влажность, резко холод, часто ветер и бывает снег. Да. Что делать, чтобы пережить вот это вот холодное время и сохранить красоту кожи лица? Ну, вот так вот выглядит наша кожа без правильного ухода зимой. И чтобы кожа приспособилась, можно сказать, к новым погодным условиям, нужно ей помочь. А для этого мы сейчас с вами узнаем, что, собственно, происходит с нашей кожей. Да? Стоит только выйти на мороз, мы уже говорили, да, что мы пониже натягиваем там шапку или капюшон надеваем, да, прячем нос в воротник. Это происходит потому, что наша кожа гораздо более чувствительна к холоду, чем к теплу. Да? Посмотрите, потому что на 1 квадратный сантиметр кожи приходится в среднем от 6 до 23 рецепторов, воспринимающих холод, и всего лишь только 3 рецептора, воспринимающих тепло. Вот, поэтому мерзнем мы гораздо быстрее. И чем же отличается, собственно, зимний уход, да, за лицом от летнего, там, от ухода в любое другое время года? Ну, во-первых, сухой морозный воздух очень активно отнимает у кожи влагу, то есть кожа обезвоживается. Во-вторых, действие холода ведет к тому, что у нас утолщается верхний, да, роговой слой кожи. То есть кожа на мороз пытается таким образом, да, защититься, и в результате становится грубее, теряет гладкость, да, нежели чем летом, допустим. В-третьих, воздействие на кожу лица, воздух, когда у нас минус, да, за окном, воздух отрицательной температуры, очень активно, очень интенсивно, так скажем, снижает активность сальных желез. Вот. Еще так случается, что когда мы долго где-то на морозе, да, на улице, то наши кровеносные сосуды кожи лица, да, сужаются, чего нарушается кровообращение тканей, ну и, соответственно, ухудшается питание. То есть, суммируя все вот эти вот факторы, мы понимаем, что если не принять каких-то необходимых мер, кожа станет быстро увядать. Поэтому то, на что мы с вами можем повлиять, нужно обязательно учитывать, да, и рассказывать нашим друзьям, подругам и так далее, да, потому что холодная погода требует более тщательного ухода за кожей лица. Во-первых,
расскажите всем, что мыло враг. Все женщины пусть откажутся все-таки от мыла. Оно очень здорово удаляет жировую защиту и сушит кожу. Как показывает опыт, не удивляйтесь, да, не все женщины об этом знают. И по старинке, можно сказать, умываются мылом, потому что так проще. Есть такие клиентки у вас? Вот, расскажите, пожалуйста, какой должен быть алгоритм зимнего умывания? То есть тщательно по массажным линиям мы наносим на лицо очищающее молочко, ну или гель-пенку, да, кому что нравится, у кого какой тип кожи, аккуратно по массажным линиям. Затем смываем небольшим количеством теплой воды. Если кожа очень сухая, можно использовать даже кипяченую воду, да. Либо смываем это все тоником. Тоником обязательно протираем лицо. И дальше наши обычные шаги комплексного ухода. То есть крем для век, далее активатор, сыворотка, далее наносим дневной крем, да, если это утро, и вечером ночной крем. Существует такой миф, что зимой нельзя пользоваться увлажняющим кремом, да, потому что увлажняющий крем содержит воду, а на морозе вода замерзнет, да, превратится в ледяную корочку и навредит нашей коже. Вот. На самом деле, действительно, любой крем содержит воду, но ни один крем не может вот так вот быстро замерзнуть, да, на нашей коже, потому что организм постоянно поддерживает температуру тела. Мы тепленькие, да, нормальную температуру тела. И крем, который мы наносим, на самом деле очень быстро разогревается до нашей температуры. Да? Вот. Но, тем не менее, есть рекомендация наносить зимой дневной крем не позже, чем за 40 минут до выхода на мороз, до выхода на улицу. Да? Потому что крем хоть и не замерзнет, но как бы выходить на мороз с влажным от крема лицом все-таки не стоит, потому что это способствует обезвоживанию кожи. Вот. Что касается вечернего, да, умывания, алгоритма действий, примерно то же самое, но, может быть, здесь больше внимания стоит уделить демакияжу. Вот, все-таки тщательнее смыть макияж. Молочко на вейдж можно смывать тоником. Да? Вижу ваши вопросы. Конечно, зимой можно и нужно использовать серии комплексного ухода за лицом. Это могут быть любые ваши любимые серии. Да? Если кожа начала проявлять признаки старения, потеряла гладкость, появляются морщинки, цвет лица оставляет желать лучшего, нужно использовать антивозрастные серии. Да? Начинаем мы их рекомендовать использовать с 20 лет. То есть с 20 лет это серия True Perfection с экстрактом персидской шелковой акации. Мы знаем, что этот компонент является мощным антиоксидантом для защиты клеток от свободных радикалов. Да? В молодом возрасте, казалось бы, там 20, да, 25 лет, никаких морщинок еще разглаживать не надо. Но главное в этом возрасте профилактика процессов старения. Вот. И как раз серия True Perfection и является такой вот великолепной антиоксидантной профилактикой. Если вам 30 и наблюдаются морщинки на лице, ваша серия «Экологен», которая уникальна тем, да, что любое средство этой серии содержит экстракт стволовых клеток растений, и благодаря их невероятной способности стимулировать, как сказать-то, увеличивать синтез коллагена, то есть в нашей коже, да, запускаются процессы синтеза коллагена и повышается упругость кожи, и морщинки разглаживаются, как бы выталкиваются изнутри. Вот, поэтому 30 и старше – это серия коллаген. Можете выбрать серию «Королевский бархат» с экстрактом черного королевского ириса. Это у нас серия роскошных кремов, роскошного ухода, такое очищение с нежной, как шелк, текстурой, да, бережно ухаживает за нежной кожей, очень такое ощущение комфорта, да, дарит. Это для женщин примерно от 40 лет, плюс обогащена эта серия у нас минералами, да, и мы знаем, что изофлавон ириса здесь выступает как
омолаживающий компонент, да, и минералы все помогают и морщинки сокращать, и упругость повысить, и эластичность кожи, да, и увлажняющими свойствами обладает эта серия. Поэтому рекомендуйте, выбирайте. Серия Diamond также подходит для женщин примерно от 40 лет. Все средства этой серии оказывают комплексное антивозрастное действие, то есть и уменьшается выраженность морщин, и восстанавливается упругость кожи, улучшается цвет лица, и, что важно, восстанавливаются защитные функции кожи. Здесь уникальные и очень эффективные ингредиенты. Достаточно дорогостоящий компонент, допустим, экстракт белого трюфеля, который используется в косметике премиум-класса, считается очень эффективным омолаживающим компонентом. Экстракт мирта, да, в кремах, которые делают кожу более гладкой, контуры лица более четкими. Осветляющий комплекс, который предотвращает возрастную пигментацию. Мицеллярный лосьон также все любят, да, вообще он великолепен. Не только удаляет остатки макияжа, да, параллельно восстанавливает гидролипидный баланс кожи, успокаивает кожу, да, убирает всевозможные раздражения. Его можно использовать людям с любым типом кожи, да, включая чувствительную и очень чувствительную. Вот. А зимой, да, в любой морозный день кожа может стать вот как раз такой вот чувствительной, да, и после активных выходных, когда на лыжах там или на санках покатались, вот, пожалуйста, обратите на это внимание. Конечно же, набор Ultimate Lift с уникальным комплексом Asparta Lift для подтяжки лица. Мы сегодня еще поговорим, да, об этом. И серия «Власть над временем», где женщины за 40 найдут все, что нужно для ухода за кожей лица. Все средства этой серии содержат омолаживающий генистеин сои, который, можно сказать, активизирует гены красоты и способствует регенерации кожи. Морщинки заметно разглаживаются, кожа выглядит свежей, отдохнувшей, упругой становится, эластичной. То есть 17-й каталог, обратите внимание, да, в 17-м каталоге очень хорошие предложения и скидки на средства всех антивозрастных серий. Также зимой очень хорошо обратить внимание на серию Кобьюти. По текстуре для зимы очень приятные кремы. Для любого типа кожи подходят, да, для любого возраста, протестированы под дерматологическим контролем. Дневной крем, он разглаживает кожу, придает коже, придает нашему лицу свежий вид. Очень интересно, да, несмотря на свою такую достаточно плотную текстуру, хорошо сужает поры, это уже, да, так из личного опыта. Ночной крем с антиоксидантами питает кожу, защищает, обновляет ее, пока ты спишь. Содержится в кремах органическое кокосовое масло ши, и за счет этих масел идет такой вот мягкий уход, да, и разглаживание, разглаживающий эффект. Упаковка удобная, да, с дозаторами, очень гигиенично и герметично, и экономично, можно так сказать. Крем для век великолепный, отлично разглаживает так называемые вот эти гусиные лапки, да, с очень легкой текстурой, мимические морщинки уходят, уменьшаются темные круги под глазами. Рекомендуйте. Также великолепная серия для зимы, новая серия средств Олива с содержанием натурального оливкового масла. Здесь у нас мягкое очищающее средство, которое и макияж, и загрязнение, да, удаляет. И густой крем, который очень хорошо впитывается, очень приятный по текстуре. Мгновенно восстанавливает кожу, делая ее и упругой, и мягкой. Бальзам для губ в этой же серии. Приятная, очень тающая текстура, которая мгновенно смягчает губы, защищает их. И, конечно, что касается конкретно уж бальзама для губ, да, это средство абсолютно для всей семьи, и женщинам, и мужчинам, и детям, рекомендуйте его. Серия наша любимая, да, уже зимняя,
с маслом ореха макадамия, да, с мультивитаминным комплексом, и витамины там группы В, и С, и Е. И что касается масла ореха макадамии, да, это вообще ценнейший ингредиент с активными такими антиоксидантными свойствами. И мы знаем, что это такой уникальный орех, австралийский орех, да, макадамия, из которого делают настоящий эликсир молодости, потому что кожа расцветает красотой, если регулярно использовать вот средства, содержащие масло макадамии. И есть и маска, и крем, и бальзам для губ, да, активные вещества могут восстанавливать, да, кожу и вести, можно сказать, какие-то регенерирующие работы в тканях, в клетках, увлажняют, омолаживают, защищают кожу, улучшают микроциркуляцию лимфы, да, крови, выравнивают текстуру кожи, она становится более гладкой, цвет лица улучшается, витамины очень хорошо обновляют клетки. Также идет противоотечное действие, успокаиваются кожные раздражения. Да, опять же повторюсь, что зимой это часто бывает после каких-то активных зимних прогулок, каких-то процедур, да, и так далее. Поэтому выбирайте любую из этих серий, да, насыщенные кремы, быстро впитывающие формулы, бальзам для губ, любой, да, незаменим в зимнее время. То есть все наборы обладают целым, я не знаю, комплексом, да, таким удивительных свойств. Рекомендуйте их использовать не только для зрелой кожи, но и юным особам, да, и людям с чувствительной кожей. Мы говорили о том, что у нас под действием холода утолщается роговой слой кожи, да, что она пытается так защититься, что, поэтому выглядит, может быть, грубее, чем летом, да, теряет эластичность. Поэтому для дополнительного ухода зимой можно активно использовать средства вот в домашних условиях, да, маски, скрабы, питательные маски, увлажняющие маски. Зимой можно делать даже чаще, да, чем летом, 2-3 раза в неделю. Пилинг с массажем лица особенно актуален, да, потому что мы убираем вот эти верхний слой кожи, улучшаем микроциркуляцию, улучшается кровообращение, следовательно, улучшается питание кожи, лучше кожа будет забирать, можно сказать, да, все активные ингредиенты и выглядеть лучше. Здесь не стоит забывать о косметике для экстренной защиты. Как вы думаете, что это такое? Такие средства не применяются, может быть, постоянно, да, круглый год и каждый день, но, допустим, если вы прогулку какую-то планируете на морозе, стоит запастись специальным смягчающим средством, да, которое называется «нежная забота». Не зря оно так называется. Это средство универсальное, оно не содержит воду, в отличие от кремов, да, содержит пчелиный воск, витамин Е, смягчает любые участки загрубевшей кожи. Подходит и для кожи губ, и для кожи там, локтей, пяточек, ступней и так далее. Очень хорошо убирает цыпки у детей. Знаете, вы когда, да, без варежек погуляли, потом кожа рук такая шершавая. То есть можно смело наносить на любые участки кожи лица. Вот, даже на тонкую кожу, да, лица куда-то. Вот. Очень интересное и нужное средство. Когда вы делаете макияж зимой, это послужит, конечно, для вашей кожи дополнительной защиты. То есть, что здесь я хочу сказать? Если мы летом делаем макияж, да, мы можем нанести на кожу BB-крем, там, CC-крем, но зимой, зимний макияж обязательно должен быть послойным. Сначала нужно нанести дневной крем, дать ему впитаться, а затем наносить тональную основу, а потом еще и закрепить ее небольшим количеством рассыпчатой пудры. Вот, то есть мы знаем, что любое лицо привлекательно, да, идеально ровной кожей, без покраснений, без дефектов. И зима не исключение, здесь мы тоже хотим иметь ровный тон лица. А у тональной основы, да, у тонального крема, как хотите называйте, кроме тонирующей функции, есть еще и защитная функция. Это важно, и это не стоит забывать. Да? То есть подходящее тональное средство, оно не только визуально, да, улучшит структуру кожи, но и зимой это будет вот прямо такая ваша, знаете, физическая практически защита. Поэтому имейте это в виду, включайте в свой ежедневный уход тональную основу. Также рекомендуйте всем женщинам
этот вид ухода. Теперь про губы. Мы уже начали говорить, да, о том, что очень важно ухаживать зимой за губами. Кожа очень тонкая, она особенно чувствительна и восприимчива к холодным температурам. Поэтому обязательно зимой особый уход для кожи губ. Если вы неправильно ухаживаете за губами, то во время холода вот эта красная кайма, да, становится сухой, воспаляется, мелкие трещинки, шелушится. В общем, не то, что помада там смотрится неаккуратно и некрасиво, это еще и больно, да, и неприятно. Вот. Нельзя игнорировать этот уход и помнить, что всегда, когда мы выходим на улицу, обязательно защищаем губы. Все, и женщины, и мужчины, и дети. Поэтому кожа для губ – это обязательный базовый уход в зимнее время абсолютно всем членам семьи. Рекомендуйте разные смягчающие средства в качестве, да, вот такого вот ухода за губами. А женщинам дополнительно на… То есть помаду можно наносить на любые смягчающие средства, да, но детям, мужчинам оставить свои губы уже без помады. И не только лицо у нас зимой нуждается в уходе, да, еще и руки. Мы знаем, что эпидермис, именно вот кистей рук, да, содержит очень мало воды, практически в 5 раз меньше, чем кожа лица. И руки должны быть ухоженными. Это всегда, да, было во все времена, иметь красивые ухоженные руки было престижно, и в средние века по состоянию кожи рук можно было определить даже, к какому сословию относится человек. А знаете, перчатки для чего придумали? Очень модный такой, известный с давних-давних, да, времен аксессуар. Перчатки придумали для того, чтобы скрыть недостатки и несовершенства кожи рук. Вот. Теперь нам помогает скрывать такие недостатки, несовершенства и заботиться о коже рук. Самый известный продукт – это крем для кожи рук. Да? Еще перчатки – это единственный неодушевленный предмет, у которого есть пальцы. Вот тоже такая вот интересная штучка. Но он оказывается еще и очень полезный продукт, очень функциональный предмет, так скажем, да, перчатки. Это защита кожи рук, поэтому, друзья, не пренебрегаем варежками, перчатками, да, чтобы предостеречь руки от переохлаждения, когда мы выходим на улицу, вот этого первого переохлаждения, и нужно сохранить нормальное кровообращение. Это тоже очень важно для нашей красоты. А домашнюю работу тоже выполнять лучше, защищаясь резиновыми перчатками, да, и зимой, и летом на самом деле, особенно когда мы соприкасаемся с какими-то моющими средствами. Если в доме нет по какой-то причине перчаток, да, резиновых, тогда перед выполнением вот такой работы хорошо смажьте кожу рук защитным кремом. Это тоже помогает, это тоже спасает. Вот. Поэтому нет такого человека, которому не нужен был бы крем для рук. Да? Всем нужен. Утром наносим крем для рук, да, защитный, защищаемся. Вечером наносим крем для рук питательный. В нашем портфолио много кремов для рук, которые содержат питательные, увлажняющие компоненты, да, такие как масло макадамии, масло сладкого миндаля, которые несут массу положительных свойств, являются, по сути, бесценными такими союзниками женской красоты. То есть выбирайте любые кремы, да, все очень хорошо смягчают кожу рук, увлажняют, успокаивают. Наносить крем для рук очень легко, правильно. Любой крем наносится на чистую, сухую кожу рук. Да, и используем несколько раз в день, обязательно после мытья рук или после там, мытья посуды. Ну и, соответственно, обязательно на ночь увлажняющий или питательный крем. Мыло, да, очень важно тоже использовать правильное, чтобы оно не сушило кожу рук, а очищало и смягчало. И как раз в компании Oriflame такие же великолепные продукты существуют. Классика – это мыло, молоко и мед. Да? Жидкое или кусочком, любое оно увлажняет кожу, улучшает ее состояние и еще и дает нам приятный такой аромат и ощущение бархатистости и мягкости кожи. Да? Мыло от Oriflame, в принципе, это еще и прекрасный такой очень приятный подарок, потому что ко всем его
очень полезным, да, увлажняющим свойством добавляется еще и изысканный аромат и очень, можно сказать, праздничная упаковка. Вот, поэтому обращайте на это внимание тоже. Ну и, конечно, витамины. Витамины, друзья, основная составляющая часть ферментов, которые отвечают за обменные процессы в нашем организме. И они контролируют регенерационные процессы в клетках. И мы знаем, что нехватка витаминов ведет к раннему старению кожи. И поэтому употребление комплекса мультивитамины и минералы для мужчин и для женщин, да, можно в составе Wellness Pack, пожалуйста, с применением там одновременно нашей витаминосодержащей и антивозрастной косметики, поможет справиться с абсолютно всеми зимними проблемами. Мы эти зимние проблемы просто не ощутим. Наша кожа лица тоже их не ощутит. Поэтому пейте витамины, помните, что всесторонняя поддержка – максимальный эффект, так скажем. Ну, собственно, вот, друзья, на этом у меня все.